Всем привет, дорогие друзья! Я сейчас вышла из дома, нужно забрать заказ моей клиентки. Еду в Галатапорт, магазин Zara. Сегодня воскресенье, посмотрите, какая тишина. Обычно в воскресенье всегда спокойно на улице. Люди отдыхают. Правда, сейчас на площади, наверное, будет многолюдно все-таки. А вот когда по улицам ходишь в спальных районах, абсолютная тишина. Аптеки, видите, закрыты. В воскресенье не все аптеки работают. Есть в каждом районе есть дежурная аптека. А все остальные закрыты. И дежурные аптеки меняются. Иногда это может быть дежурной аптекой. Ну, в общем, вот так вот чередуют по очереди. Отдыхают в воскресенье. А так все аптеки закрыты, только одна на районе открыта. Ну, здесь уже более многолюднее. Видите, я себя снимаю, не хочу идти людей снимать. Я в маске, потому что, ну, знаете, я зубы делаю. И у меня пока еще стоят временные зубы. Хожу на улице в маске. Короче, как белая ворона в маске. Очень нравятся мне эти светильники. Но, по-моему, туда заливают солярку. Что не есть безопасно, если я не ошибаюсь, конечно. Но я помню, когда я была маленькая, у нас, похоже, светильник дома был. Когда отключали свет, нас включали. Я помню такой светильник. Но здесь он, конечно, более такой красивый. Так, например, цена этого 320 лир. Один мужик увидел, что я снимаю на видео светильники, эти лампы. Он говорит, раньше, говорит, ими пользовались, а теперь, говорит, на видео их снимают. Я говорю, ну, винтажные стали. Позади меня кафешки, видите, люди сидят, кушают. В воскресенье очень многолюдно здесь кафе, потому что у турок есть традиции. Они каждое воскресенье выходят и обедают, либо завтракают в кафе. Отдыхают, в общем. Предполагала, на площади очень многолюдно. Местные жители вышли на прогулку у мечети. Дети играют, катаются на самокатах. Погода просто шикарнейшая. Не холодно, не жарко. Так, вот мы с вами и подошли к трамвайной остановке. Она вон там. Отсюда поеду в Галатапорт. Ох, атмосфера, класс. Погода, кайф. Надеюсь, на моей карточке есть деньги. Посмотрим. Есть. И вот с таким вот видом ожидаешь свой трамвайчик. Прелесть. С вами подходим Галата, Галатапорт. Ой, я даже не знала, что вот это здание вот так вот светится ночью. Красиво. Там круизный лайнер, видите? Сегодня в Галатапорт остановился круизный лайнер. Стоит по несколько дней, туристы гуляют по городу, и потом они плывут дальше. Лайнеры, конечно, очень большие. Посмотрите, вот это все вот. Круизный лайнер. Невероятно большой.
все такие эффекты световые. Музыка такая играет, интригующая. Не знала. Вау, супер. Нет, район здесь классный, конечно. Тут недалеко Каракёй, набережная, Галатапорт набережная, шикарная. Ух ты, вообще супер здорово сделали. Мне надо срочно забрать эти шубы, иншалла, они есть в магазине. Но пока что только там есть эти шубы остались. Онлайн все раскупили, полностью раскупили. Сейчас эти шубы в тренде и просто как горячие пирожки. Из лимитированной коллекции, то есть в ограниченном количестве. И повтора, возможно, не будет. Вот. Надеюсь, эти шубки есть в наличии. Показывают, что есть конкретно именно в этом магазине. Мне надо спешить домой, потому что меня ждет мой сын. Но благо он не боится оставаться один. Но я и никогда его не оставляю, очень-очень редко, когда мне очень срочно нужно выручить моих постоянных клиенток. Я, конечно, вот так вот выбираюсь из дома, бегом в торговый центр, он меня ждет. Ну, мы на связи, телефоны есть, рядом магазин продуктовый. Я из этого спокойно, там муж с женой работают, если что, я могу им набрать. Так бы я бы его не оставляла, если бы не было рядом людей, моих знакомых. Альхамдулилла, что есть этот магазин. Всевышний мне во всем помог. Я устроилась в очень хорошем месте. Одна сначала. И так было страшно. А потом еще с ребенком, когда его забрала. В общем, Аллах помогает во всем. Сейчас заберу и бегом домой. Завтра, кстати, у меня сопровождение на ринопластику. Завтра понедельник. Мухаммад уедет в школу, и я сразу же поеду в больницу. Завтра сопровождаю девочку на ринопластику. Она прилетела с мамой из Европы. Иншаллах, все у нее будет хорошо. Я на это очень надеюсь. Иншаллах, буду молиться. А, кстати, сейчас, когда я зайду в Zara магазин, надеюсь, что там эти шубки есть. Сайт не обманывает. И я вам покажу обязательно. Сниму. Это вход в Галатапорт. И всегда проверка здесь идет. Сумки проверяют. Снаружи кажется все так ничего особенного. А когда попадаешь внутрь, супер шикарный вид там. Много кафе, ресторанов. Красивый вид на Босфор. Также видно отсюда Айя Софию, мечеть. Ой, Топкапы. Здесь отели. Ну, здесь очень мало местных. В основном здесь туристы. Очень много туристов. Такое стопроцентно туристическое место. Плюс еще останавливается круизный лайнер. И пассажиры этого круизного лайнера здесь прогуливаются. Ну вот мы и пришли с вами. Ох, и сразу бросается в глаза этот блестящий костюм со стразиками. Ох, интересное платье. 4690 стоит. Красивое. Такое нарядное. Вот то, что нам нужно. Шубки. Вот эти нужны. Так, Эска и Эмка. Как раз две шубки. Как повезло. Не придется просить, чтобы принесли из склада. Потому что, когда делаешь запрос, по 20 минут надо ждать. А тут прям вот на витрине эти шубки. Кстати, эти плюшевые шубки в прошлом году прям на расхват были. И клиентки мои были довольны, так хвалили. На ощупь очень приятные эти шубки. Вот длинные юбочки здесь. А, ой, нет. Это что-то экзотичное. Штаны с юбкой.
из гипюра. Сколько блестящей одежды, это, видимо, уже к праздникам отшивают. Ой, такая блузочка красивая. Просто шикардосная. Ой, платочки красивые. И даже в этом трендовом цвете есть платочек. Ткань сатен, но очень приятная. Я себе такой платочек покупала. Это браслеты, да? Ух ты, издалека заметила этот пиджачок. Какой он классный. Посмотрите. Прелесть просто. 2390 лир стоит. С брючками. А здесь что? Так, здесь юбка миди. Кому-то миди, кому-то длинная будет юбка. В зависимости от того, какой рост. И шикарная блузка с рюшками. Так, засняла артикул. Сейчас эти костюмы в тренде. Сейчас отшивают копии в оптовых районах. Конечно, копии не такие шикарные, как оригинал. Но эти костюмчики в моде. Короткая юбка я покупала. А, юбка шорты. Я покупала серию моей клиентки. Девушка, видите, в этом пиджачке. Правда, на ней не юбка шорты, а длинная юбка. Но пиджачок смотрится красный красиво. Кстати, она вроде тетенка. Похожа на тетенку. Девчонки, эти безрукавки в реале просто бомбезные. Ткань такая приятная, мягенькая. Я заказывала для моей клиентки, вчера получила, сфотографировала и отправила. Она так обрадовалась. Короче, цена 1190, размер наряд 6S по L. Ткань, ну, очень нежная. Хоть на голое тело можно надеть, знаете, не будет, не колючая ткань. Ткань нежная, приятная. И здесь я заметила вот такие штанишки. Тут завышенная талия, широкого кроя, мягкая ткань, приятная. Супер классные брючки. Я думаю, что вот такой вот образ тоже неплохой даже. Так, я пока тут съемку делала, снимала жилетки, брюки, мои шубки щупали, я переживала, как на иголках стояла. Несут еще? Здесь косметика, пробники, помада Zara. Я просто от нее обалдею, супер классная. Но уже нет ее. Именно эту коллекцию больше не выпускать. Я не знаю, что это такое, почему один раз выпустили, больше не выпускать. Если я хочу постоянно ею пользоваться, почему я больше не могу приобрести эту помаду? Очень странно. Ну ладно, если вдруг больше ее не будет, будем искать другую подходящую. Так, это второй этаж. И здесь тоже. Красивошная одежда. У меня новое слово паразит. Говорит красивошная. На красивое что-то красивошное. Что за бред? Ну ладно. Посмотрите, какое красивошное платье. Милота. Елки зеленые. О, посмотрите, какие крутые перчаточки. У меня сегодня casual стиль. Такой вот образ. Рабочий, спортивный, так удобно, потому что не до красоты, не до юбок. Весь вечер бегаю, меня общественные транспорты. Вот такую юбку я себе купила. Но я думаю ее вернуть. Не знаю. Она у меня в сумке. Взяла потемнее цвет. Здесь есть темнее цвет? Нет, здесь нету. Вот видите, ткань очень мягкая. Классная юбка. Поскольку я невысокого роста, она мне, она длинная, а так, если ваш рост 1,70 м и выше, будет медиум. Если ниже, будет макси. Красивые носочки. Или гольфики. 420 лир стоят. Короче, оказалось, что на шубке размер S нет этикетки. Она без этикетки. Я об этом сказала моей клиентке. Она говорит, мне нужна с этикеткой, потому что она берет на продажу. В общем, сделали запрос. Все-таки пришлось сделать запрос из склада. Вот я на точке ожидания стою, жду. Сделали запрос.
принесли шубку размер S, и эта шуба тоже без этикетки. Ну вообще, блин, что такое? Я еще раз сделала запрос и в надежде, что сейчас третья шубка S будет с этикеткой. Неужели все S-ки без этикетки? Что творится вообще? Шубы-то не дешевые. Куда делись этикетки? Покажу вам эту шубку во всей красе. Сейчас многие крутые блогеры надевают эти шубки, фотографируются в них. Это за ними не слежу. Вот девочки, кто занимается этим, говорят, сейчас эти шубы в тренде. И вот они тоже берут на продажу. Машалла, мечты сбываются. Вот честное слово, я купила платье еще в прошлом году, но я его ни разу не надела. Сегодня достала его из дальнего ящика. Оно еще даже у меня с этикеткой. И, короче, к этому платью подходит моя жакетка темно-синего цвета. Я вам ее показывала. Она не подошла к моему бежевому платью в черный горошек, но зато подошла к платью. Так вот, у этого платья глубокий вырез. Короче, ну, очень такой глубокий. И нужен был топик. Нужно было под ним что-то надеть. Но поскольку у меня уже есть поверх этого платья кофточка, и еще одну кофточку под низ, но это было бы слишком, как капуста, да. Я думаю, вот бы мне найти топик такой короткий. Главное, чтобы была высокая горловина. И вот, пожалуйста. Завтра я буду сопровождать девочку на ринопластику. Так что мечта моя сбылась. Я так хотела это платье одеть завтра. Так что завтра я надену это платье. Ура! Вот было бы еще здорово, если бы у меня были бы уже готовые зубы. Вообще было бы супер классно, но ладно. Я стою на точке ожидания, это запросы людей, видите? Кто-то запросил эту юбку, кто-то запросил эти ботинки. Так наблюдаешь, смотришь. О, вот эти вот я недавно отправила в Москву, показывала вам. Я люблю вот такое декольте, вот такой вот глубокий вырез. Когда я не носила платок, у меня были топики вот всегда с таким вырезом. Глубоким. Воротники были очень открытые. Любила я всякое такое мутное, открытое, привлекательное. Короткие платья носила всегда. Выше колена. Каблуки, строго каблуки. Я вообще не признавала обувь на плоской подошве. Давайте посмотрим, что здесь есть. Эта сумка классная, но она дорогущая. Натуральная кожа. 4690 стоит. Лоферы мощные. Посмотрите на эти гольфы. Красота. Такие классные. 380 лир стоит. А это что? Но здесь ничего интересного, но зато дороже, 840 лир стоит. Какая интересная жакетка. Похоже на те жакетки, которые носили наши мамы, тети в молодости. Все новое, давно забытое, старое, да? 1890 лир стоит. Широкого кроя. Блин, классная вещь. Сегодня странно, день быстро пролетел. Хотя сегодня я практически по дому ничего не делала. Я вчера вылезала полностью квартиру, сделала генеральную уборку дома. Вот. И вчера приготовила, в общем, сделала соус. Так что сегодня мы ели соус вчерашний. Короче, я сегодня по дому ничего не делала, вплоть даже до готовки только согрела. Ну, так, принимала заказы, закидывала в корзину, потом отчитывалась перед клиентами, клиенты проверяли, потом мы считали, потом... Вообще выкупали. Конечно, на это все уходит время, на обсуждения, на смс-ки. Ну, как-то быстро день пролетел. И вот я сейчас стою, переживаю. Мы с Мухаммадом не почитали книгу. Нам задали книгу почитать. Раздали книжки. И нужно было прочесть эту книжку. Но мы мало очень прочли. У нас мало времени осталось. Сейчас стою как на иголках, думаю, воскресенье просто так как-то пролетело. Я со своим ребенком даже не позанималась. Приеду домой, перед сном с ним обязательно почитаем эту книгу.
Уф, эти домашние задания, знаете, как гнет на душе. Вот, вот когда мы все сделаем, у меня камень с плеч. Как только я этот камень с плеч в плане домашних заданий сниму из своих плеч этот камень, снова нас загружает домашкой. Домашние задания много задают. В общем, все надо успевать в этой жизни, елки зеленые. Целый день в суете. Но это кайф, классно. Такая жизнь интересная. Пусть лучше будет такой. Девочки, посмотрите на эту кофту вязаная. Это дизайн такой, это зад этой кофты. Тут ленточка цвета хаки. Крупная вязка. Короче, у меня есть сарафан, но, по-моему, у меня сарафан высоко поднят. Интересно, спина будет открыта или закрыта будет? Интересно, подойдет ли мой под мой сарафан? Мне очень понравилась эта кофта. У меня есть сарафан, и под этот сарафан у меня нет верха. Я вот думаю, как вариант. Конечно, эта кофта огонь. Я вот думаю, даже не S-ку буду брать, и не M-ку. Мой размер SM. Наверное, L-ка будет свободно и клево смотреться. Я очень хотела примерить эту кофту, но у меня на мне размер S. Мне кажется, все-таки надо брать M, если брать. Чтобы она была более объемная. Она должна быть вообще такой большой. Поэтому не очень-то смотрится. М-ка или Л-ка будет классно смотреться. Ну, еще надо учитывать то, что у меня сейчас футболка. Ну, футболка по-любому должна быть. Ну, в любом случае, что-то должно быть под этой кофтой. Ну, еще и рубашка. Это классная она. Может быть, еще низ должен быть какой-нибудь другой. Не трико, Adidas. Чтобы круто смотрелось. Я назад смотрю, переживаю за свою сумку, а сумка-то вот у меня перед носом висит. Я оборачиваюсь. О, чук-то секьюри дарим. Наконец-то принесли. Кулагясин. Ура! С этикеткой принесли. Все, две шубки с этикеткой есть. Все, пошла я. Хорошо то, что здесь можно оплачивать картой и не нужно стоять в очереди на кассе. Пришла, сама оплатила, ушла. Девчонки, посмотрите на выходе, какую прикольную вещь я заметила. Красота! Прелесть даже. Ну все, побежала я домой. Дорогие друзья, я напоминаю, что я ваш личный персональный байер в Стамбуле. Ой, классные. Интересно, сколько стоит? 1690. Ты какой размер? 40-й. А если мой 37-й примерить? 39. А это 39. Ну ладно. Так понимаю, это сумочка из натуральной кожи. 2890 стоит. И чья это шкура, интересно? Коровья? Ну, красивая сумка. Повесили сюда эску с этикеткой. Надо же, а я сколько ждала внизу. Елки зеленые. Ладно. Очень нравятся такие стеганки. Они супер клево смотрятся. Такие модные. В разных цветах есть молочные, хаки цвет. А вот. Вот. А здесь уже более помягче ткань. Такая как плащевка. Без рукавки. Кстати, сейчас вот эти кофты в полоску в тренде Miu Miu выпустила, бренд Miu Miu, и после чего пошло-поехало. Красивые. Перед тем, как отсюда уйти, покажу-ка я вам Босфор. Вид на Босфор, потрясающий вид. Я Аллах, какой же он большой, этот круизный лайнер. Просто жесть. Кафе забиты, молодежь тусит. Блин, так там перегорожено все. Но слишком большой. Бежать в конец сейчас у меня нет времени. Он как-то в ту сторону, подальше стоит. А, их два, аж целых два круизных лайнера сегодня.
Ну ладно, ладно, давайте потом посмотрим. Вид на Босфор. Мы с вами еще много-много раз будем смотреть. То, что сейчас абсолютно... Я думала, тут будет более открыто вид на море. Ну ладно. Значит, не сегодня, значит, потом. Там дискотека. Галатапорт. Это я снаружи сейчас вам показываю.